Меня зовут Алина Лип, я независимая немецкая журналистка, я здесь в Донецке и полгода здесь освещаю ситуацию на Донбассе. За это немецкие власти начали меня преследовать. Сначала удалили мой контент в интернете, потом закрыли мой банковский счет, закрыли банковский счет и моего отца. А вчера я получила документы, что против меня даже открыли уголовное дело. В Германии считают спецоперацию на Украине уже преступлением, а за ее поддержку дают 3 года тюрьмы. Во-первых, преследуют меня за то, что я 24 февраля опубликовала пост на своем телеграм-канале, где я говорила, что денацификация началась и что население Донбасса поддерживает это решение России и что Украина уже несколько лет убивает мирных жителей.